Правительство России сегодня распределило между регионами средства на дорожные ремонты. Новгородская область получит более 1 000 000 000 рублей. Новгородская область вошла в число регионов, которые получат межбюджетный трансферт на ремонт дорог. Из 6 миллиардов рублей, что будут на это направлены, в наш регион поступит более 1/6, 1 миллиард 250 миллионов. Эти деньги пойдут на развитие автодорог областного, межмуниципального и местного значения, на повышение их качества и безопасности. Кроме того, регионы смогут вложить эти деньги в строительство и реконструкцию дорожных развязок и мостов, обходных магистралей, путепроводов, ну и решать свои наиболее острые транспортные проблемы. Конкурсные процедуры на ремонт региональных дорог уже начались. Определены подрядчики, которые будут работать на участке дороги Угловка-Селище и на юго-западном обходе Великого Новгорода. После заключения контрактов и наступления благоприятных погодных условий они смогут приступить к работе. В правительстве региона отметили, что в этом году ремонты дорог начнутся значительно раньше, чем в прошлом.